позитива в финале, чтобы поддержать свою команду. Такой отскок неожиданный для Шишина. Навязал борьбу Лукао и забил! 5-2! Нам показывают Алексея Макарова, но он, несомненно, рад этому голу. Да, вот так, бесхозный мяч подхватил Лукао и затем, быстро обработав его под левую ногу, такой силой и точностью пробил поворотом, что не смог справиться с мощнейшим выстрелом 11-го номера Локомотива Иван Островский. Все решают нюансы.